В Краевом музыкальном театре сегодня большое количество детей. Но не на представление, а чтобы познакомиться. Здесь проходит первый форум многодетных семей Хабаровского края. Десятки пар сегодня пришли сюда вместе с детьми для того, чтобы поделиться своим опытом в их воспитании. Это, во-первых, сплоченность, дети дружные, помогают всем. Они учатся друг друга уважать, старших уважать. Все зависит еще от того, что воспитание родителей. Вот. Ну, тяжелого ничего здесь такого я не вижу. Но это же хорошо, это же весело. Когда домой приходишь, тебя встречают дети там. Замечательно. Многодетными в нашей стране признаны семьи, в которых воспитывается трое и больше детей. Большинство отмечает, что иногда бывало нелегко. Понятно, каждый ребенок к себе привлекает внимание. И, конечно, сложно каждому дать любовь, каждому обогреть, заботу. Но это компенсируется, когда они вырастают. И мы сейчас получаем дивиденды от них. Вот они приходят, это сам, вот как и вчера мы все собрались. Кто-то с подарочками, кто-то с помощью. 2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным годом семьи в России. В Хабаровском крае почти 23,5 тысячи многодетных семей. В них воспитывается порядка 79 тысяч детей. Регион помогает им различными мерами поддержки. Краевой материнский капитал на третьего и каждого последующего ребенка один из самых высоких в России – 309 тысяч рублей. Есть способы поддержать и родителей. Начиная там от социальных пособий, заканчивая даже вот такими почетными званиями, там отцовская слава, материнская слава и так далее. Это тоже очень важно, чтобы семьи чувствовали с одной стороны материальную поддержку, с другой стороны общественную поддержку, признание общественное. На форуме с приветственным словом к семьям обратился губернатор Михаил Дегтярев. К слову, и сам многодетный отец. У главы региона четверо сыновей. Мы делаем все, чтобы наш край был и оставался местом, где хочется рожать, воспитывать, растить детей. С каждым годом увеличивается объем выплат на защиту материнства и детства. 70 тысяч семей в крае получают 17 видов разной государственной поддержки. От единовременных и ежемесячных выплат, компенсаций до разных видов материнского капитала. Игорь Сукачев, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.